До 21 августа жители столицы могут проголосовать за фильмы для нового сезона программы «Московское кино в школе». В следующем учебном году ребята познакомятся с 9 картинами из классики отечественного кинематографа. А пока участникам голосования предлагают выбрать один фильм из 5 представленных в каждой номинации. Например, в категории «Экранизация литературных произведений» представлены такие фильмы, как «Несколько дней жизни Обломова», «Ревизор», «Капитанская дочка», «Барышня-крестьянка» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». Еще школьники посмотрят фильм о человеке, с биографией которого они знакомятся на уроках. Это может быть Суворов, Чапаев или Михайло Ломоносов. В номинации «Комедия» представлены фильмы «Семь нянек», «Укротительницы тигров», «Айболит 66», «Неисправимый лгун» и «Приключения желтого чемоданчика». Также в рамках образовательной программы ребятам всегда показывают картины, посвященные Великой Отечественной войне. В этот раз в список включены на выбор «Сын полка», «Юнга Северного флота», «Летят журавли» и другие фильмы. Голосование проводится еще в таких категориях, как «Сказка», «Приключенческая картина», «Кино о школе», «Семейная картина» и «Музыкальный фильм». Итоги подведут в конце лета. По традиции, каждый показ фильма будет сопровождаться рассказом о его создании и последующим обсуждением, к которому присоединятся режиссеры, актеры, продюсеры и критики.